В Югре подорожала недвижимость. В Нижневартовске рост цен на квартиры, представленные на вторичном рынке, составил 12,5%. Такие данные опубликовал портал Рестат. В Сургуте увеличение стоимости недвижимости в этом секторе составило 6,5%. Квартиры в новостройках стали дороже на 5 пунктов. Всего в Югре возводится 32 жилых дома, в которых продают свыше 3700 помещений. Почти половина от общего количества нового жилья сосредоточена в Сургуте. Сейчас в нашем городе строится 17 многоквартирных домов в 11 жилищных комплексах общей площадью 215 тысяч квадратных метров. Это 1727 помещений со сроками ввода, начиная со второго квартала текущего года на начало 2028. Средняя стоимость квадратного метра в них начинается от 115 тысяч рублей. Также в продаже есть еще чуть более 3000 квартир, относимых к первичному рынку. Они продаются в домах, сданных с начала 2019 по настоящее время.